Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Vitz 2000 года выпуска, двигатель 1 литр, коробка автомат. Сегодня на этом автомобиле мы в коробке заменим масло и масляный фильтр. Первую замену мы сделаем без съема поддона. Масло выкачаем, зальем новое, прогоним во всех режимах, сольем масло и уже после этого снимем поддон, снимем фильтр, заменим на новый, установим поддон и зальем масло, выставим по уровню. Поднимаем автомобиль, капот, здесь достаем масляный щуп КПП, вот он у нас находится. Здесь на щупе даже написано тоже, как и на многих, какое масло используется, АТФ, тип Т4. Здесь на английском стерлось, осталось только на японском. Первую замену мы выкачаем просто экспресс-заменой. Для этого мы в трубку щупа заталкиваем шланг вакуума и вытягиваем масло. Сейчас компрессор заработает, будет громко. Вот масло пошло. Примерно выйдет 3,5 литра масла. Выкачиваем. Выкачал масло на первый раз, но не 3 литра и не 3,5, а вышло 2 литра. Вставляю в воронку через шланг и заливаю масло. Залью также 2-2,5 литра. Масло буду использовать Татачи. Вот такое вот масло, тип Т4. Номер его продиктую. Заливаем. Залил масло, залил примерно 2,5 литра. Сейчас заводим автомобиль и прогоняем его во всех режимах. Вставляем щуп и запускаем двигатель. Запускаем двигатель, нажимаем на тормоз и с задержкой примерно в 3-5 секунд проходимся по всем режимам. Для чего это делаем? Чтобы у нас по всем масляным каналам продавило свежее масло. Также с гидромуфты у нас масло выгнало. После этого мы уже сливаем масло и откручиваем поддон, чтобы заменить масляный фильтр. Глушим и идем, сливаем масло. Масло стекло. Закручиваем на место пробочку. По периметру я открутил. Болты оставил только два по диагонали. Сейчас мы их открутим и уже сдернем поддон. Протрем, чтобы не капало. Хотя сейчас сзади с кромки побежит. Откручиваем последних два болта. И присвоить мне результат.
теперь аккуратненько поддеваем поддон. Могу сказать по состоянию, коробка в отличном состоянии, поддон чистый, на магнитах выработки минимум. Меняем фильтр, откручиваем три болта крепления масляного фильтра, болты также головка на 10 М6, утопил в тазике. И снимаем фильтр. Сейчас побежит маленько масло. Хорошо, есть замечательный инструмент в виде магнита. Болтик поймать из маслянистого тазика. Достаем новый фильтр. Фильтр мы заказали фирмы Айка. Здесь же идет и прокладка в комплекте с фильтром, но прокладку мы это устанавливать не будем, а заказали оригинальную. Она идет пробковая получше. А ремкомплект по Айка идет номер его Т-104. Да, Т-104. Устанавливаем фильтр на место и наживляем его. Подтягиваем. Все, фильтр протянул. Берем новую прокладочку 351-68-52-010. Устанавливаем ее на поддон, протираем посадочное. Поддон я уже помыл. Сейчас протрем посадочное и обезжирим его. Все, протер, обезжирил, прокладочку на поддон установил, поддон помыл. Берем, устанавливаем и наживляем. Сначала наживляем по диагонали, а потом наживляем все по очереди. И только потом уже будем подтягивать, для того, чтобы у нас прокладка легла ровно. Thank you.
Наживляем. Все, протянул поддон, прошелся на 3 раза, потихонечку подтянул с небольшим усилием, помыл очистителем карбюратора. Пробочка у нас закручена. Опускаем автомобиль и заливаем масло. Опустил автомобиль, поставил воронку и заливаю масло. Потихонечку, не спеша, вливаем до нормы. А уровень уже замерим на заведенный автомобиль, как положено. Заливаем. Заводим автомобиль. Немножко прогреваем его и выставляем уровень. Замеряем и выставляем. Все, прогрелся автомобиль. Выставили уровень. Вот практически до верхней метки на горелке. На этом все. Замену масла и масляного фильтра в коробке автомат мы закончили. Всего вам доброго.